Эй, всем привет, с вами Хэппи, и сегодня продолжим играть с вами в Дредж. Пейл Рич! Поднимаем из глубин! Окей, так. Мы остановились на том, что мы на чем-то остановились. Так, а что там? Что мэр со мной хочет поговорить? Я могу помочь. А, ну это неинтересно, это просто типа дает возможность с вами поговорить. Да что, давайте поплывем. А что, у нас есть какие-то задания? Подождите, я не помню. Поручение, вот. Два кальмара, черный группер. Тише, пассатиш. Черный группер. Кальмар. Черный группер, мелководье. А я купила же на мелководье, чтобы делать, да? Я, по-моему, покупала штуку для мелководья. Так, это обычная рыбёха. Мелководье, это где-то здесь? Так, это эти, это не то, это не те. Уф. Так, нет, мне здесь нужна палка, подождите. Здесь нужна палка. Это не та рыба. А где этот черный группер? Вот реально где-то здесь может... А, ну там все равно палка нужна. Может, не нужна палка? Или что это за штука? Ну, похожая на палку. Мелководье. Скорее всего, мне реально нужна палка. У меня же есть штука. Прибрежье. Мелководье. Прибрежное. Так, это прибрежье. Ну, типа... Это драга, но это... Что это? Это не мелководье же. Это не мелководье. А тут мелководье? А, может, вот? Это какие-то... Нет. Мелководье, но это какие-то угри. А мне нужен какой-то черный группер. А как я пойму? А как я пойму, опять драк нужно? Не, может, конечно, его просто... Вот там еще, конечно, какие-то можно поискать, поплавать. О, мне стало лучше управляться из-за того, что у меня два двигателя появилось. Но я не уверена. Но, по-моему, это все не мелководье. Это все типа, прибрежье. А для того, что можно назвать мелководьем, наверное, мне все-таки нужна... Давай попробуем, как бы, что это? Это камбала. Это камбала. Окей. А тут? Тут же прибрежье. Очень мелководье. Может... Опа. Скатик. Ага, это скатик. А где этот группер-то, етишь, пассатишь? Мелководье. Бога моя, мелководье. Мелководье. Чёрный группер. Да, кальмара и чёрного группера. Они клюют... А, только ночью! А, растуды, что ли, налево. Только ночью. А ночью опасно. А опасно это я не люблю. А когда я что-то не люблю, я этого не делаю. Ну ладно, надо. Я так до сих пор не могу снять аранланг, вот это, потому что страшно. Ну я же сама просила фауна, да? Так, ладно. Давайте торговать с рыбой. На. Отдохнуть. Вот так вот. Так. Ну, ночью, значит, ночью, все. Надо, значит, надо, все, поехали. Надо найти этого. На кого где-то вот. А, в каких местах где-то. Я уже себя что-то повредила. Я себе уже в спину. Опа! О, да! Есть контакт! Я ж не лох, я еще поймаю.
Да. Тут еще одну, наверное, или я не знаю, наверное. Мне еще одну, кстати, можно поймать. Отлично, кайф. Только осторожно. Сейчас тут надо, блять. У меня обычно двигатель отключается. А что там? Я туда хочу съездить, чтобы понять. Это вулкан, типа? Ну, не похоже, ну ладно. Что это? А, ладно. А, отлично, фух. Поймался для моего заказа. Оставь у меня пока что. Оставь, у меня пока что есть. Я поделаю заказ до готовности. А, мне надо ему еще. А это сюда. И хорошо. Доходи, как понимаешь. Ну что, вернемся к нашим баранам? Я нашел у себя только джинсы. Посмотрим, может пригодится. Торговец рыбы достает из-под прилавка помятую книгу с размокшей обложкой, на которой будет замечать пару плещущих висящих чешуек. Нормально так. Давай, Не думаешь, что, что тебе не обязательно приносить все материалы за один раз. Можешь хранить все, что хочешь, прямо тут, в сухом доке. Это все хорошо. Я ж не это хочу. Я хочу... А, вот, корабельный дел мастер. Если хочешь выжить больше из своих двигателей, полистай эту книжку. Дай подарком от видения. О, она вынимает из ящика для инструментов. И передает вам книгу. Часть страниц слиплась от смазки. Окей. Сейчас дело не в этом. Подожди. Ты корабельный дел мастер-то. А, вот! Да, бляха-муха. Вот не туда, так сюда называется. Все не туда, и все мимо. Вот это надо ремонтировать. Отлично. Что у меня по этим 10 километров? А что, вот лампы, кстати. 500. Слушай, я хочу купить. Хорошо, давай установим. А есть еще что-то вот по лампам? 180, да? И 100, окей, ладно. Ну давай отдохнем. Нет, хотя... Может, это же считается, наверное, за ночь, я думаю, да? О, смотри. Уже как-то и свет получше. О, это же, блин, кальмар, кальмар. Сюда. Кальмар, кальмар, сюда. Давай, наверное, вот так вот сделаем. Нет, наверное, лучше вот так сделать. Тут столько кальмаров сейчас можно... А, все, я кальмар поймал. Еще ловить. А чё нам? А чё нам? Сейчас все видно. Сейчас все есть, как говорится. Чтобы это не было, давай это ловить. По-моему, это угол какой-то. Да-да. Опа. Оу. А чё он колкит? А чё он колется? Наркоман, что ли? Ладно, это была моя лучшая шутка за последнее время. Колкий. Юморист. Все. Здесь все. Пошли, вот тут еще рыбу возьмем. Оп, оп, оп. Что это вообще? А, это мы знаем, мы эту, да. Знаем, помним, любим. Наша одна из первых рыб, окей. В целом, мы сейчас пойдем и продадим, и, возможно, даже еще одну эту купим, лам. Хорошая же идея. Если не, ну, нужно хоть и денег. Поймалась рыба для моего заказа. Да.
Оставь, у меня пока что есть. Я придержу заказ до готовности. А, как раз надо что на 2. Замечательно. Замечательно, я сказала. О! Не думал, что тебе хватит духу. Точнее, надо пока дело не из легких. Хотел тут с тобой пока... покалякать насчет нового источника дохода. Но ты думал, попадает ловушка для крабов. Я одну даже тебе принес. Немного побитая. Но крабин взял остаточную починку. Окей. Давай возьмем себе. Отлично. Управляться с ним сложно. Посешь мою в любом месте, а через день-два возвращайся проверить улов. Моему покупателю нужен краб скрипач и обыкновенный краб. Это другой тутуется. Чем сегодня пожаловал? Так. Опа, вы отдаете торговцу рыбы кротескную рыбу. Он подносит ее к лицу, расплываясь в широкой улыбке, а затем делает глубокий прерывистый вдох. Вот такая рыбешка всегда поднимает настроение. Мне интересно. Он проводит пальцами по рыбе, будто пытается что-то нащупать. А когда надавливает с одной стороны брюха, под распухшей чешуей вырывается небольшой бугорок. Он вспарывает брюхо и достает оттуда небольшой кусочек ткани, затем спаивает его на прилавке. Это оказывается на самом платком с ячественной вышивкой. Да, первый жизнь такое вижу. На, отдаю его тебе. И за рыбу тоже сплачу, разумеется. Это не первая странная рыба, которую я видел в этих краях. Так что они тебе попадаются еще не раз. Если понимаешь, таких приноси, я за них хорошо заплачу. Окей. Пошел процесс. Так. Через окно каюты на тебя смотрит мужчина, его лицо практически полностью скрыто тенью. Я знаю, что ты меня оставил в целом. Я скажу тебе без обои. Сейчас. Я знаю, и скажу без обиняков. Я тоже знаю, что он извлек из рыбы артефакт. Мне нужно его смотреть. Но не здесь. Загляни ко мне-ка на базальтовый остров. Это после выхода из бухты надо быть далек. Ой. Успокойся. У меня к тебе сделан на жене. Я буду ждать. Видишь, какой загадочный молодой человек. Это куда вообще? Так. А ну, кстати. Кстати. Мой трюм. Я пока не буду ничего оставлять, наверное, да? А что? Вот до трюма надо. Новый корпус. А, мне нужен новый корпус, чтобы... Что-то из этого открыть, я так понимаю. Сведения. Мне нужно... Ладно, окей, хорошо. Поехали. Базальтовый остров. Карта. То есть, я так понимаю... Базальтовый остров — это вот тот маленький клочочек, да? Так, ловушка, кстати, для крабов. Отлично. Потом проверим. Так. Тихо. Наверное. На мышке удобнее, быстрее. Ну не пофиг. На клавиатуре, точнее, ну ладно. Вот базальтовый остров, да, я так понимаю. Ну, красиво, конечно. Шо пипец. А что? У меня все. Вот так вот, лампа. Лямпа! Это шо? Ксен. Все, я понял, окей, ладно. Ставим лампы. Лампа, на-на-на-на-на-на-на. Так, товарищ. Мужчина стоит в дверном проеме и смотрит, как вы подходите. В одной руке он держит старую книгу в алом переплете с серебряными лентами. Ты пришел. Хорошо, позвольте представиться. Я коллекционер. Меня интересуют многие картины, артефакты, сокровища, факты.
Не диковины, сам ты, фак. Диковины, о которых едва смеются мечтать. Опа, у тебя есть кое-что, что я ищу. И протягивает на свой платок коллекционеру. Он подносит его к мерцающей лампе и внимательно изучает. Эти узоры. Их невозможно спутать. Но даже столько лет спустя ты на свой платок составил корабля, который я ищу. Он затонул много лет назад. На его борту переводили предметы необычайной важности. Ты можешь догадаться, разыскать их теперь совсем непросто. Поэтому я и привлёк тебя. Вот что я предлагаю. Я поставлю на твой корабль оборудование, которое позволит вываливать дорогое что-то стоящее с мест кораблей крушений морских глубин. О! Найди утерянные реликвии, которые я ищу, и награда произойдет твое самое смелое ожидание. На оснастку твоего корабля у меня идет несколько часов, а потом ты сможешь по-прежнему заниматься рыбной ловлей. Что скажешь? Я согласен. Это правильный выбор. Я сейчас заприготовлю оборудование. А, отлично. Шикарно. Мне нужно найти следующие реликвии. Кольцо, жилье, часы, шарманку и ключ. Благодаря поспрашивать жителей окрестных городов и о кораблекрушениях и странных происшествиях. Но все, что может казаться полезным. Возвращайся, когда найдешь что-нибудь. Хорошо. Отчаливаем. Ауч. Ну ладно, хотя бы и живой. Так, у меня... Вот откуда у меня драга появится. Я тебя понял. Бесплатно, к тому же. Я считаю, это прекрасно. Вот тут, по-моему, можно было драгой, да? О, давай. А, я поняла. Как это делается, я поняла. Окей, хорошо. Я запомнил. Раз у нас есть время, давайте порыбачим. Это что за етижный? Это что за етижи-пассатижи? Извините, а что это за звуки такие? Папап? Что-то я как-то... Что-то я упускаю, может, но... Что за звуки? Откуда звук? И что за звук? Давай вот так сделаем. И вот так делаем. И вот так делаем. Отлично, всех выловили. А что это был за звук-то? И ёк-макарёк. Какой-то прям очень опасненький звук был. Рыба! Тебе попалась девушка потоков? Она к нам заходила несколько дней назад, чтобы пополнить запасы. Я бы решил пофотографировать город, чтобы о нем узнала больше людей. Но ведь, кажется, было не слишком интересно. Но упомянул, что собирается плыть на юг, он тоже хочет познакомиться. Хорошо. Ведь, наверное, я захочу познакомиться. Наверное, не захочу. Смотрите, яйца. Что такое? Тут в округе не было никаких крушений. Она смотрит на вас с подозрением. Позади большой соли есть место, куда течение выносит обломки из моря. Иногда ночью можно увидеть неестественное сияние, которое идет из той части темных вод. Даже представить себе не могу, что там на глубине. Если ты ищешь то, о чем я думаю, лучше сразу забыть. Тут вокруг... Тут не происходило ничего странного. С моей крови вижу немало странностей. Иногда вообще не понимаю, можно ли верить собственным глазам. Она высоко поднимает фонарь, и он ярко освещает ваше лицо. Ты вот правда стоишь передо мной. И это очередной фокус тумана. Кто живет на базальтовом острове? Знаешь, сверху мне многое видно. Я видел, как вернулся тот злополучный корабль. И предпочитал закрыть на это глаза. Видел неестественное освещение из этих окон. Понятия не имею. Понятия не имею, что ты задумал, но надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Спасибо, тетенька, спасибо. Тетя, спасибо, строитель. Вы приближаетесь к женщине, сидящей на причале. И вглядывающейся в мою, она поворачивается к вам. Как там? Непросто. Может, очень куда лучше, чем в этом паршивом городишке. Да, мне просто нужно уехать на какое-то время. Возможно, навсегда. Возвращаться к прошлому — это же ошибка. Правда? Двигаться дальше, только вперед, всегда.
Я не могу вернуться к прошлому. Натан смотрит на Моя, погрузившись в раздумья. Вот что, если поможешь, найдешь мне материалы, может, я смогу уехать. Совсем уехать, в смысле? Я слышал о остальном мысе. Острове к северу отсюда. Все, что мне нужно, это две связки досок и две связки металлолома. И тогда я построю там себе дом. Буду рада видеть тебя у себя в гостях. Если что-нибудь найдешь, просто оставляй все на остальном мысе. Когда закончишь работу, я тебе заплачу. Окей, я вас запомнила, женщина, я вас запомнила. Угу. Я вас запомнила, давайте отдохнем, чё? Отлично. А что по этим поручениям? Бакнена Кап и Краб Скрипач, реликвия, связки досок. Окей, это все хорошо. Карта? Ага, ну это все не так далеко на самом деле. Малая соль, большая соль. Угу. Почему соль? Я что, сливой? Угу. Так, там есть какие-то мутации вида. Ага, мне не попадался ни один нормальный, но я видела мутацию ската? Я видела мутацию ската? Ну, этот понятно. Угар. Подождите, чего? Скат? А что это было тогда за мутация? Почему была там, а не... Вы видели это, да? Странно. Ладно. Давайте, наверное, на этом заканчивать. Окей. Становится интересней. Какие-то звуки, какие-то строения, какие-то артефакты, реликвии. Все это, конечно, очень интересно и забавно. Но давайте на этом, наверное, закончим. Потому что я ничего не понимаю. Кто я? Туя. Что такое Туя? Я этот. Я кто вообще? Как там было в меме? Подождите. А, я администратор! Тьфу ты, блин, я администратор, я ничего не понимаю. Ладно. Давайте на этом будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр, ребят. Надеюсь, что вам понравилось. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, напишите комментарий. Ну, с вами была Хэппи. Всем спасибо за просмотр и всем пока.